Акмолинцы активно легализуют имущество. Об этом говорили на брифинге в региональной службе коммуникации в Кокшетау. С начала года в департамент госдоходов поступило свыше 2000 документов на жилые дома, производственные помещения и наличные деньги. В акции по легализации имущества и средств принимают участие 31 банк и национальный оператор Казпочта. Участники встречи отметили, упрощена процедура легализации наличных средств. Кроме того, действуют финансовые гарантии.